Здравствуйте, я Ольга Витковская. Рада вас приветствовать на канале Форекс новостей Инста-ТВ. Ни внешняя торговля, ни внутренний рынок уже не в состоянии спасти британскую экономику от спада. В четверг были предоставлены данные, подтверждающие снижение производственной активности страны. Согласно исследованию Market Economics, активность в производственном секторе экономики Великобритании в октябре сократилась до отметки 47,5 пунктов против 48,1 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что показатель опустится лишь к 48 пунктам. Очевидно, что четвертый квартал для британской экономики отметится очередным спадом, несмотря на позитивные данные за третью четверть года. Некоторое время назад Конфедерация британской промышленности с оптимизмом повысила прогнозы дальнейшего роста показателя прироста ВВП Соединенного Королевства. Ведущими британскими экономистами ожидается рост в 2012 году до 0% и на 1,3% в следующем 2013 году. Несмотря на разочарование инвесторов, британский фунт по отношению к американскому доллару продолжал пользоваться спросом. За фунт в четверг давали $1.61 США. Вы ознакомились с новостями финансовых рынков на Инста-ТВ. Удачного дня, до свидания.